Всем привет, с вами Кения. Кения, что это было? Это было... Точнее, это 8 роликов, которые я сегодня уже снял. Ньютон Файтинг Кап 7 серии и... Вулкан 2D 1. Одна серия, точнее. Сейчас еще примерно 5-6 по Ньютон Файтинг Кап 1, как я и обещал, потому что я буду его проходить. Да, ну я его хоть уже проходил, как я и говорил. Но нет, тут даже, наверное, серии 10 будет. Так, тут я все уже знаю. И, наверное, поставим защиту. Вот. Точнее, так, экстра. Что-то новое добавили. Лол. Волчик. Лольчик. Что-то новое. Healing Power. Mount. Так. Так, но я вот это не буду использовать. Я буду как в старом. То есть, только эти прокачки. Так, хорошо, мутация. У нас тоже пес тут. И нам показывают характеристики, показывают его ту бату. Можно, конечно, было изменить. Но, так, добер. Доберган. Это, короче, добер. Так, здесь уже немного другая атака. Здесь менять, по-моему, нельзя. Или вот можно. Да, и тут стан по-другому. Тут может, как во второй части, он выпасть просто атака, но может сам случайно выдаться. То есть, как я ногами сейчас ударил, вы видели, стан был. Ну или вот, как я говорил, стан. Все, стан. Так, вот это уже прокачанные удары, как бы. Я думаю, когтями. Попробуем. 80 хпшек сняли. Так, ну и первый раз побежден. Нам дают уже сразу предметы, а не прокачку для предметов. Так, сразу следующий файт. Опять же, раз, два, три. Мутация. У нас тот же пес, только с рогом. Готово. Идем. Банс монстр. Добер в добер с этим добер с, со скелетом, короче. Так, то что ты мне говорил в Mutant Fighting Cup 2? То, что бывают станы, да? Посчитаем сейчас. Раз, два. Сейчас. А, нет. Все-таки не будет. Хоть два, хоть немного, а то так неинтересно. Берешь, бьешь, бьешь, бьешь. Защита, кстати, она сама тут как бы активируется. Нету значка на то, чтобы вы защиту активировали. Тут при ударе уже показывается. Так, он посилился. Ага. Ну ладно. Но я тебя пну. Пину, хотел сказать. Так, атакует. Что мне предъявится? Через тебя. Дабл джемидж. Хорошо. Я тоже так умею. Если сейчас, конечно, пройдет там. Нет, не прошел. Ну, эта игра, конечно, быстрее проходится, она и легче. Тут дело понятное. Первая часть, то все. Так, вот 3 хп. Хил. Я ему дал якобы шанс. Но он его плохо использовал. Черт. Я думал, это все-таки поменять способность. Ладно, поставлю, но... О, ребята, ребята, только поставил на паузу, удар рогом. Сейчас увидите все. Сколько хп, и опа. И нет, стана, правда, но ладно. Так, ну, думаю, мы быстро победим, поэтому не буду ставить на паузу. Уже так добьем. Я, блин, тупанул, все-таки нет, здесь нет... как бы... рандомных приемов, чтобы можно было их поменять. Здесь такой фишки нету. Ладно. Тут если выпадает 3 лечения, то только лечись. Сейчас он еще стан, да? А, крит. Ладно. Я тебя тогда пусну. Ты не против? Все. Я вас его усилил. Дабл дэмэдж.
продолжим, и о, я типа с него содраю шкуру. Точнее его кости. Стоп. Так, кстати, давай, когти. Кстати, количество клеток для улучшения будет улучшаться. Не может быть 3 вечно. У нас там что-то желтое. Мэтт слайми. Типа, а, он, блин, он своим хвостом может на меня метеориты послать. Что он, собственно, а, нет, не сделал. Так, челюстями, кстати, по-моему, проходит дабл дэмэдж. О, так еще и критика. Ага, ясно. Значит, если есть челюсти, то надо атаковать челюстями. Потому что работает дабл дэмэдж. Да еще и бывает критически. Так, давай, атакуй. Вот что? Что это было? Чем он меня ударил? Просто не пойму. Так, ладно. А, надо было когтями. Я ж лапами обычными ударил. Сейчас там будет, да? Нет. О, рок. Ну все, аллилю. А, нет, не аллилю. Хилится. Ну, блин. Ну, это, наверное, не поможет. Потому что у меня есть ноги, которые его не добьют. А, нет, добьют. Все-таки добьют. Так, далее. Ага. ХПшки и... О, я только посмотрел на этот, на Вилма Джаз. На челюсть. Вот. Теперь у нас 4. Кстати, некоторые тут не могут сочетаться. Так, не давай. Вот так. Я все ХПшки еще, конечно, поставил. Но это уже потом. У меня было вообще. Так, паук. Новая раса уже. У меня хпшек больше. Сейчас сразу копытками. Давай. Чьи когти острее? Ну-ка, ну-ка. Ага. Какашка головой ударил. Защита. Да, да. Присел такой. На картаны. Хотя он был. О, стан. Твоя защита тебе не поможет, друг. 4. Ну, стан наносит мало урона. Зато противник пропускает ход. О, еще стан. А еще можно коготками. Того я 3 хода сделал. 3 хода. Ага. Решил атаковать. Ну хорошо. Если я тебя сейчас убью. А, нет, не убью. Лечись давай тогда. Просто у него был шанс полечиться и. Не умереть, если что, вдруг. Так, пробуем ногами еще. Ноги не прокачанные, но бьют сильнее, блин, чем лапы. Так, а вот теперь как раз то, что я говорил. Нельзя совмещать. Я вам покажу и думаю, можно будет закончить. Потому что уже снимаю долго, да и в принципе. Вот. Нельзя смешать, но это надо смотреть по характеристикам. По характеристикам лучше вот эти вот рога, скажем. Поэтому я их возьму. Так, мутируем. И у нас на голове будут рожки. Вот такие вот. Ну а с вами был Кенни. Всем удачи.